Скажите, пожалуйста, Женя, а вот вас узнают на улицах вообще, как берут автографы? Да. Вот это вот бремя популярности, это приятно или как? Вот как вы это переносите? Я шагаю по Москве, еще началось это 20 лет назад, когда основной вопрос, стриглись ли вы там наголо, лысо или нет, вот это неприятно. Ну, когда подходят люди, говорят какие-то милые люди и говорят какие-то хорошие слова, и это достойные люди, мне приятно. Не всякий комплимент ведь приятен. Один скажет комплимент, так лучше бы он этого не говорил. Вообще я комплимент не люблю.